Вот я сегодня иду первым, мои следы замело. Дуло тут неплохо, видимо, пару дней. Вообще никаких следов. Даже вчерашних, по-моему, нет. Доску оставил у подъема. Тает, короче, со с быстрой скоростью. Для начала марта вообще, как будто апрель. Вылезли камушки уже. Кусты. Все вылезло. Сейчас приду и буду пировать. Не зря я сегодня шел аж 5,5 километров. Ни одной попутки. Народу мало. В основном джипы. С Комсомольска, видимо, Солнечного. Поэтому никто не взял. С Ванина, с Хабаровска, с Владика не было людей. Ну, дошел не спеша за час. Только вот вспотел. Без 5-12, без 8-12 был уже на базе. Ну, как бы лишних 45 минут добавилось. Фу. Поэтому подъемов опять мало взял. Да и, собственно, такой снег, что и кататься кайфу мало. Жесткач. Вот здесь вот что-то вроде как сыпет. Но не это. Не особо. О, тригопункт. О, это, наверное, это зимой крайний раз уже. Как бы всю романтика кончаться вместе со снегом. А без снега что тут делать? Без снега тут буксовать по кустам и вообще. Для особо фанатов. Ну вот снежок падает. Ну что, 3 снежинки. На самой вершинке. Это вот, собственно, Халдами называется вершина. 3 снежинки на вершинке. Так, снегоходная куда-то ушла. Тут их 2, наверное, подъем и спуск. Совсем крутой. О, вот она. Ай. Все, ну вообще снега, он нас как асфальт. А, 3 брата видно, а чалбы нет. Эй, да, надуло. Классно. Уф. Ну все, можно располагаться. Конечно, можно на тур сходить. Сегодня я взял даже газовую горелку. Можно даже кипятить тут что-нибудь. Короче, будем кайфовать. Ну, опять вот туда вот это, там дуть начинает ветерок. Да, классная сопочка. Подходишь и дует. А здесь очень даже тихо. Но зато какой вид, а. Какой кайф. Отвал вон там течет, подтекает со штольни водичка. Вот такие дела, короче. Все. Юрий забодался. Где бы красиво сесть. Все-таки с той стороны придется, потому что не дует там. Ай, блин. Хотя там кусты не такие живописные, зато не дует. Жестковато тут, конечно. Вот в этой вот. Тормознемся. Вон какой. Укатывается по нему. А. Фу, зато можно упереться.